Всем привет! Хочу сегодня поделиться покупкой фильтра на систему охлаждения КамАЗ. КамАЗ не помню какой, оригинальный, как сказали, сделанный в Мексике. Каменс. Фильтр Флигард. Мы его не стали ставить, потому что он бракованный. Во-первых, резинка гуляет сама по себе. Следующий момент. Что-то там не то внутри. Вот. Продавцам спасибо, что поменяли сразу же без разговора и дали нам этот фильтр подарок. Вот. Мне не лень его проверить. Сейчас я его хочу разрезать и посмотреть, что там вообще внутри в нем. И как так вообще может быть? Почему он так весь себя ведет? Собственно говоря, я распилил фильтр. И тут какой-то порошок белый, непонятный. То есть, что это такое, я даже и не представляю. Какой-то как... Я даже не знаю, что это такое. То есть, раньше фильтра такого не было, чтобы там внутри что-то такое вот... Порошок был. Такой, такой фильтрующий элемент здесь. На вид качественный. То есть даже, возможно, это не подделка, просто какой-то брак. И стоимость у него 600 рублей. Так что, ребята, вот так. Внимательно покупайте фильтра, сразу их проверяйте. Трусите, смотрите все штрих-коды, все, чтобы качество было на высоте. Хотя бы даже так, чтобы там не было ничего внутри, типа такого порошка какого-то. Запретного. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Хороших дня.